Ежегодная благотворительная акция «Вместе подарим улыбки детям» для детей из социально незащищенных категорий под патронажем администрации Ленинского района в сотрудничестве с общественными объединениями «Белая Русь», Белорусским союзом женщин, Советом лидеров в очередной раз встретила своих маленьких участников. Ребят, которые всего пару месяцев назад обрели свой дом и семью под крышей детских домов семейного типа, открытых в январе 2019 года, ждали веселые конкурсы и сладкие угощения. В двух домах семейного типа проживает 12 деток. Сегодня вместе с детьми пришли мамы-воспитатели. Традиционно детям всегда нравятся сладкие угощения, они сегодня будут. Игры, развлечения с участием клоунов. Не первый раз поддержать акцию откликаются студенты-волонтеры Брестского государственного университета имени Пушкина. Внимательный подход к детям аниматоры искали осторожно, постепенно вовлекая в игровые конкурсы. Смущенные в начале праздника, ребята буквально преобразились с появлением задорного клоуна. Внимая каждому слову красноносого весельчака, мальчишки и девчонки веселились от души, позабыв про все на свете, наслаждались детскими радостями. Такой результат акции оценили и мамы-воспитатели. У нас все очень так дружно, все на подхват. Вот. Не знаю, если взять про любые дела, друг другу помогают во всем. Мне сегодня здесь понравилось пирожные, шары, танцевать и петь. Чужих детей не бывает, считают в администрации Ленинского района нашего города. Согреть вниманием и заботой, подарить веселье и радость каждому ребенку – вот те задачи, с которыми в этот день отлично справились организаторы мероприятия. Неподдельные улыбки на лицах, задор и веселье, с которыми ребятишки участвовали в каждом конкурсе и поедании сладостей, были самой большой наградой для всех собравшихся в этот день. Наталья Луговкина, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».